бахрейнский супермаркет. На самом деле здесь есть все. Все европейское, и арабское, и английское, и американское. В общем, здесь даже соусы написано на английском, да. И табак. Овощной отдел столицы Бахрейна, Манана. Вот смотрите, один ихний деньга стоит 180 рублей. Так что вот смотрите на цены. Вот так вот. Это кокосовая стружка. Это кокосовая стружка. Мы строгали кокосы. Вот, перчики. Ну это 75 рублей где-то стоит. 80. Это национальный. Арбуз стоит 80 рублей. Пошли. В Бахрейне огромный ассортимент сандаловых палочек. В супермаркете. Посуда. Масла в Бахрейне очень много. Раздел бобы, чечевица. И вообще очень много еды. Это специи. Это весь ряд специй. Кремы сладкие, мед, оливки. Все есть, все европейское. Маленький магазинчик на рынке. И вот это как будто бы пиво. Но это не пиво, а сок. Это как будто вино. Но это не вино. В Манане всего два магазина или три, в которых продается алкоголь. Вот так вот.